Пам-пам-пам! Привет! С вами Блокнот. Сегодня день смеха, 1 апреля. Мы решили разыграть наших ставропольцев, рассказав им шокирующие новости. Здравствуйте, как вы относитесь к тому, что в космосе откроется магазин мужского эротического белья? Хорошо, у меня скоро зарплата будет. Хотят законодательно запретить стринги. Как ты к этому относишься? Ну, блин, я предпочтительно их ношу, поэтому придется ходить без трусов. Не поняла. Собираются запустить трамвай по Ставрополю. Что вы думаете об этом? Хорошая идея, да. Мы только любим троллейбусы, ездим только на троллейбусы, а не на трамвай. Депутаты хотят законодательно запретить стринги. Что вы думаете об этом? Мы против. Надо было раньше их запрещать. Ну, когда они торчали, это ужасно. Почему? Потому что это комсак. Вот именно, где отдыхать? Там интересно, у меня туда друзья приходят, мы с ними все видимся, собираемся толпой. Не только мы же там бесимся, мы плаваем, ну это же пруд, отдыхаем.